В Енисейске полиция ищет хулиганов, которые разбили окна в здании, которое является памятником архитектуры. В дом купца Дементьева посреди ночи полетели куски замерзшей глины. В результате разбито два окна. Один из комков даже повредил стену внутри особняка. От удара в гипсокартонной плите образовалась дыра. О ночной выходке неизвестных лиц полиции сообщили строители, которые реставрируют старинный дом. Здание, построенное в 19 веке, восстанавливают уже второй год, и сейчас реставрация подходит к завершению. Уже в декабре в купеческом особняке Новоселье справит детская художественная школа. Зачем нужно было разбивать окна в доме, который является частью уникального архитектурного ансамбля, включенного в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, остается только догадываться. Злоумышленникам грозит штраф до 2500 рублей или административный арест до 15 суток. Предположительно, это было сделано из хулиганских побуждений. То есть в настоящее время устанавливаются свидетели, очевидцы произошедшего. Просьба очевидцев или либо свидетелей произошедшего обратиться в дежурную часть МОМВД России Енисейский по телефону 233-82, либо 02.